балалайки, домры и баяна. В детской картинной галерее в честь юбилея Александра Сергеевича Пушкина и Дня русского языка прошел концерт ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Для зрителей прозвучали русские народные песни, композиции советской эпохи и аранжировки эстрадной музыки. Руководитель ансамбля Дмитрий Буциков также выступил сольно с фрагментом из авторского шоу «Театр одной балалайки». Мы никак не могли обойти мимо творчества Александра Сергеевича Пушкина. Он отображает дух России, сложность характера России. В этом весь Пушкин. Вместе с ансамблем на сцену вышел солист Самарской филармонии, баритон Вадим Зубков. Он исполнил романс Рахманинова «Не пой, красавица, при мне» и другие произведения. Замечательная группа, очень талантливые ребята. Это всегда было, есть и будет. Пушкин – это наше все. Когда мы про Пушкина говорим, наверное, что-то вот такое к душе нашей, к русской, как бы, к русскому языку, к какому-то, не знаю, ДНК, можно так сказать. И это тоже вот что-то про нашу душу, наверное, про наше русское. Детская картинная галерея стала в день рождения Пушкина одной из основных площадок для проведения мероприятий. Здесь работали мастер-классы, прошел пушкинский пленэр, выступления студентов Института культуры. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.